Вот эта история про Майдан 3, о которой говорил Зеленский в интервью The Sun, что Россия пытается, может предпринять попытки для создания третьего Майдана. Каким образом это может случиться и зачем это России в первую очередь? Ну, вообще Россия воюет с Украиной. Значит, Майдан – это самый лайт-вариант, который там занимаются нижние сотрудники администрации президента. Войной занимается сам Путин. Понимаете, ну, конечно, ну, очевидно, что Москва заинтересована в брожении внутри власти в Украине. Почему? Потому что нужно противника ослабить. Поэтому намерения такие есть. А есть ли возможности? Вот вопрос. А какие возможности для этого? Ну, мне просто интересно. Вот предыдущие попытки каких-то там дестабилизации, они были связаны со всякими прокси. Партии были, там, Медведчуки, Хренучуки, там, понимаете, в РПЦ что-то было. Были какие-то инфильтраты внутри спецслужб, в армии, там, какие-то, так сказать, структуры в СМИ были. А как качать ситуацию? Как? Сталкивать Залужного с Зеленским? Все? Какой еще источник? Ну, может быть, какие-то изнутри, какие-то, вот, смотрите, риторика Арестовича. Еще. И какое его влияние, этого Арестовича? Скажите мне, вот какое влияние Арестовича? Ну, Россия не всегда адекватно оценивала влияние своих, например, ставленников на внутреннюю историю, но, опять-таки, они-то были. Но я вот не уверен, что Арестович именно такой ставленник. Я больше ставлю на то, что он просто вот совсем какой-то попал в неадекватную струю. Вот, потому что, ну, я все-таки немножко его знаю. Мне кажется, что его понесло. Я такое видел. Я защищал Надежду Савченко и видел, как там происходило это. Понимаете? Людей несет. Вот я не знаю, почему их... Ну, да, это... Несет. Но это не ресурс. Это не ресурс. В условиях войны это не ресурс. Это не может повлиять ни на что. А что может повлиять? А, действительно, реально, если армия пойдет против гражданской власти. С чего это она сделает, я вот хочу понять. С чего это Залужный призовет к восстанию, да? Ну, как вы себе вообще, кто это представляет? Нет, в Украине это невозможно. Ну, все, а так и больше ничего. А в России такое возможно? В России мы видели попытку чего-то подобного. Попытку чего-то подобного, она тоже не удалась. А что, он удался, что Пригожин поддержали генералитет или там генштаб, или кто? Он против них собственно. В России пока это невозможно. Мы не видим признаков того.